О выполнении задач в Сирии сегодня говорил министр обороны на селекторном совещании с командным составом армии и флота. Сергей Шойгу сообщил, что в рамках гуманитарной миссии военные развертывают мобильный хлебозавод, а также современный полевой госпиталь в Пальмире. Там еще идет разминирование, в том числе исторической части города. Чтобы сохранить уникальные памятники античности, работать приходится очень осторожно. Многое уже сделано за неполные две недели. Личный состав ведет инженерную разведку и очистку местности с применением современных робототехнических средств. Безопасность отряда обеспечивается силами специального назначения. С 1 апреля разминировано более 30 километров дорог, более 182 гектаров территории, обнаружено 2987 взрывоопасных предметов.